Прям начиная с порога, все изменения, какие здесь вот сделаны, начиная всю входную группу, ступени, развернули вот службу безопасности, охрану, турникеты этих не было, раздевалки, какие здесь появились, и все инженерные коммуникации, какие здесь есть, мы все за это время исправили. Директор 14-й Одинцовской гимназии Игорь Канарский рассказывает главе округа и первому зампреду Мособлдумы об изменениях, которые произошли в учебном учреждении за последнее время. Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования в здании были отремонтированы лестничные марши, установлены светодиодные лампы и приобретена компьютерная техника. В том числе появилось 2 интерактивных экрана, интерактивный стол, 41 компьютер, 2 современных 3D-принтера, 45 планшетов с электронными учебниками. Закуплены и новые наборы по робототехнике. А как менять уровень сложности? Можно покупать новую коробку? Если что-то серьезное, то надо уже, конечно, обновлять. То есть, я думаю, вот с этим-то быстро справились, конечно, и это быстро надоест. Да. Это теперь постоянно началочка, это осваивается. Ребята с удовольствием изучают скретч-программирование, осваивают новые технологии и педагоги. Есть у гимназистов и первые успехи. В прошлом году на региональном уровне они стали лидерами по робототехнике. Наше бюджетирование осуществилось. И сейчас у нас прекрасных 3 класса технологии с новейшим оборудованием. И мы видим, ребята, да, они немножко стесняются, но им очень интересно, они погружены в этот процесс. Им это нравится, и самое главное, есть несколько уровней. Своими достижениями ребята поделились с главой муниципалитета. На память о визите подарили ему сделанную на 3D-принтере эмблему хоккейного клуба «Армада». В свою очередь Андрей Иванов сообщил о возведении пристройки к гимназии, рассчитанной на 500 учащихся. Сдать ее планируется к 1 сентября 2023 года. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».